И всем привет, с вами снова я, Комфи или же Кофе, и сегодня у нас один блог, да, но так как я снимала недавно, буквально вышла серия насчет этого тысячи модов, и они у меня как бы активированы, и какого-то фига, хотя в этом мире они не активированы, но они здесь как бы присутствуют, да, ну вы заметили, видите, да, и сейчас я вам поверну камеру, не пугайся. Это панда. Ержан, там с тобой все нормально? Ержан, вставай. Ержан. Что это такое? Она башкой туда уперлась. О. Мать моя. Это что такое? Это... На, поешь. Видите, здесь все в текстурах всяких этих, все изменено, короче. Блин, я не понимаю, я же не активировала. И как бы здесь нет этих всех других животных, но здесь есть текстура. Морская черепашка по имени Какашка. Кстати, теперь вода это... Вода стала как-то похожа, знаете, не на воду. На воду в русском болоте, вот, правда. Еще такие зеленые всплески, честно говоря. Блин. Раньше была нормальная вода. Что с тобой стало? Вода. О! Откуда здесь рыба? Она же сдохла. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы что тут делаете? Торговля. Чё? Он через... Он из блока вышел. За 15 угля. А не пойти ли по тебе в жопу, а? У меня, конечно, есть уголь, но он мне жизненно необходим. О, у меня есть один изумруток. Не понял. Пошел вон отсюда. Иди отсюда, это мои двери. Это мои хоромы. Отойди отсюда. У меня есть своя деревня, которую я строила достаточно долго. И там вот меня бесит, что когда жители заходят, это мой дом, у них есть свои дома. Почему? Если хотите, кстати, покажу ту деревню, но это в другом мире, и это совсем не игровая деревня, то есть она ни с чем не связана, это просто так деревня, которую я так, когда мне было скучно, я строила. Летом, когда у меня не было интернета, да. Спасибо. То есть я, короче, я сейчас выключала камеру, когда говорила, и это прям произошло. Я думаю, даже на кадре можно было это увидеть, как я отлетаю. Блин, и мне это опять все рассортировать, вы хотите сказать, да? Спасибо. Я очень тебе благодарна, Крипер, гребаный ты, собака сраная ты. Я все разобрала, вот, смотрите, ну, я не знаю. Я их отсюда передвинула, ну, потому что меня задолбало уже, да, чисто задолбало. Поэтому я вот тут вот так делаю, как, в принципе, и тут продлю. У нас остров постепенно превращается во все стихии просто. Это море, это ад, это обычный биом, это пещеры, это пустыня. Хотя пустыня у нас вон там вот есть, но как бы вот в одном месте, чтобы... А вот в одном месте пустыня, вот и камень, соответственно. И вода тут даже есть, которая говнует, честно. Вот это коротко о том, что вот по канализациям у нас, да. И не спрашивайте, я не знаю, зачем я это построила. Нет. У меня просто накопились ступеньки. Ну и первое, что мне пришло в голову, это... да, это построить вот это. Ну, конечно же. Это же я такая умная, да. Я еще понимаю, хорошо лошадь. Хорошо, они там могут на ней скакать. Вот что лама там делает? Слышь, лама, что ты там делаешь? Ты как бы это, живешь, не знаю, в горах, в тропиках, но никак не в темном лесу, нет? И ты там тоже живешь, а? Скажи мне, ты в меня плюваться, ты в меня плюешься, а еще я тебя поджажгу. Вот, вот так вот, поняла, буш. Вот так вот, видишь? Интересно, я говорю? Давайте проверим. Ох ты, собака, не сгорела. Ладно, пока что живи. Я каменщик, работаю 3 дня! Без зарплаты! Ты глина же вроде есть, да? Стой, только не меняй профессию, пожалуйста. У меня там, по-моему, где-то есть алтарь, чтобы сменить профессию. Я точно не помню. Ща. Во-во-во-во-во. Мне все равно... я не понял. Мне все равно не нужно. Мне нафиг это глина не нужна. Так, стоп, ты где? Житель селянин, привет. Давайте сторгуем у него все. О, камень. Не понял. О, кстати, это очень выгодно. А вот это что?
разрезанные камни, да, и в сраку. Я вот это у тебя куплю, и вот это у тебя куплю. О, пойдет, давайте, а давайте закупим. Мне нафиг эти сумки не нужны, честно говоря. Кстати, я тут, ну, все же мы любим посидеть в ТикТоке, да? Я видела тут это видосик один, где у нас сейчас там пойдут спавниться эти, ну, как их зовут-то? Я забыла, как их зовут. Скелеты, да. Вот, они уже заспавнились. Давайте им кинем туда меч. На. Блин, сейчас я туда к нему зайду, смотрите. Ща-ща-ща-ща-ща. Так, заходим к нему. Так-так-так, держи-держи. Держи меч. Че не работает или нужен ему целый? Ему нужен целый, походу. Ладно, сваливаем отсюда, забираем меч. Сейчас мы пойдем скрафтим. И вернемся сюда. Опять-та-та. Ну ладно, у нас там опять повисшая лошадь. Так, давайте сейчас я быстренько. Так, дерево у меня есть, в принципе. Так что давайте сразу палочки скрафтим. Так, палочки есть. Теперь каменный мечик. Так, он полностью целый. Сейчас главное ему никого не ударить, а то, по-моему... Вот, и там вроде целый лук должен выпасть, а я. Так, давайте проверим это. Так, ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Привет, да, здравствуйте. Я тоже вам рада, очень рада. Ой-ой-ой-ой-ой. А можно на меня не агриться, пожалуйста? Или ты не будешь брать, или это все обман? Сейчас ему выкину и сдохну. Так, сейчас. И он поменяет ли? Ой, тихо. Я там видела. Хоть бы он не взорвался. Хоть бы он не взорвался. Это что такое, меня извините? Алло, ты кто такой? Так, ты паук. А там я видела крипера, он, надеюсь, не взорвался. Так, тихо. Так, где крипер? Я видела здесь явно крипера. Фух, я очень испугалась, когда это сделал. Так, ты там поменял или нет? Ты там поменял, слышь ты? Не поменял. А где он? Не пон. Твою ж дивизию. Это кто так? А кстати, а почему они у меня? А, я же дохла постоянно. Так, слышь ты, иди сюда. Ты драться хочешь? Ты нарываешься? Он пока что не нарывается. Ой, а вот так нарывается. Так, не пон. Ладно, пока он там кружится, этот хрен в воздухе. Давайте пойдемте, я хочу поджечь этого крипера. Крипер, привет. Меня не волнует твое мнение. Тихо. Тихо, орел. Так, он сейчас меня атакует, атаковать будет. Как его вообще победить, блин? Ладно, пофиг. Ударит так ударит. Пофигу. Так, давайте этого. Хоба. Хоба, все. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, что этот не взрывается. Вот в самый неподалеку. Я бы его подожгла бы сейчас. Вот ты ж падла, вот иди в сраку. А вот я тебя подожгу и все. Ой, я подожгла. Так, а я умею воду. Слушай, я знаю, где у меня источник воды, а ты не знаешь, где у меня источник воды. А слышь ты, падла. Ребята, это первый сундук в этом биоме. Наконец-то я уже хочу вообще-то сундук получить. Давайте откроем на счет 3. Давайте. 1, 2 и 3. Что это такое, ё-моё? Пузырьки опыта. Давайте поопытимся. Починка. Может, починка и... Ну, прикалывайте все на починку, ну окей. Это тоже хорошо, кстати. Давайте этот сундук сломаем. Давайте вдруг повезет, как обычно мне везет, когда только я камеру сейчас не улучшила, да. Тогда мне не повезло. Потому что когда я выключаю камеру, мне вечно везет. То, что... Да. Давайте разбиваем бутылечки. Хотя я что-то видела, что надо на себя его кидать. Вроде так надо, чтобы получить максимальное количество опыта. Или это мне так только кажется, что это так надо делать. Короче, пофиг, будем кидать вот так. Во-во-во-во-во. Нормально. Кстати, все компа стрела нашла 15 еще этих штук. Ниже, короче. Давайте смотрите, я уже... Стоп, что? Я накопал уже стак этого дерева. Вы прикалываетесь? Ё-моё, как все запущено. Что? А, блок глины. Я думаю, это гравий, что его можно скрафтить. Сейчас бы я офигела. Так, давайте. 5 книжных полок нам, я думаю, хватит. Ну, как, не хватит? Ой, ё-моё, я подумала, это собака. Собака. Давайте, 1, 2, 3. И сюда 1, 2. Ой. Смотрите, я сейчас сломаю, а мне выпадет меньше, конечно же. А, нет, мне выпало 3 книжки. Ой, ё-моё. Я уж так напряглась. Так, ой, верстак.
верстак. Давайте поставим всю книжку, все. Либо это удача, либо она так падает, и я все время этого не знала. Вы думали, я адекватный человек? Вы думали, я адекватный человек? Нет. Кто до сих пор этого не понял, что я неадекват, сочувствую. Короче, на этой нотке я завершаю эту серию, да. Короче, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на мой канал, на меня, и да, всем удачи, всем пока-пока.